Считай, что дело сделано. Я же подумал. Все, больше делать ничего не надо. Я, у меня все продумано. У меня все продумано, я лишних движений не буду делать. Я все продумал. Мозг так работает. Если он все просчитал, он считает, что двигаться не надо. Все сделано. Поэтому Наполеон говорил, в бой, а там посмотрим. Наполеон говорил, что ни одно сражение не проходило, как задумывалось. То есть он берет отрезку, решает, что он дальше будет смотреть. Отрезку решил, дальше будет смотреть. То есть все наши находки должны тоже сопровождаться действием. Захотел сделать, захотел сделать, да? И тогда вы будете понимать, какие движения, как на меня воздействуют, какой процесс. Вот. Поэтому я курс направил в сторону телесных практик, чтобы человек мог сразу это сделать. Сделал, попробовал, сделал, пробовал, сделал. И отрезки очень маленькие, упражнения очень маленькие. Но на них ты можешь выковать новые привычки. Каждое упражнение, оно провоцирует определенную химию. И вот теперь ты должен не только научиться тело делать, но и управлять своим процессом химическим. А где-то отторжение, где-то наоборот, твое притягание, да, и ты выравниваешь, синхронизируешь себя в теле и синхронизируешь себя в химии.